те дни в городе давали новую фильму из жизни знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Володя Патрикеев знал похождения сыщика с Бейкер-стрит наизусть, но столь вольная трактовка классики его несколько удивила. Очевидно, фильм был снят по мотивам популярных рассказов. Слушай, посмотри на улицу, что там происходит? Аннушка, там опять меняется власть. Это красные! Дай бог насовсем!